Ажина. Ажина подходит очень много. Репортаж снимаю для Ины. Смотри. Ажина. Надо массово собирать. Никто не едет сбирать. Ажина. Ну, одну съем. Угу. Вкусно. Очень сладкая. Уже не одну, а две съем. Это кислая. Смотри, персик. Одна веточка уже поломалась. И горюёс. Персик наливается. Я его тут подставил как мог. Но я смотрю, он тут весь поломается. Смотри, какой персик. Так, ну что еще? Что еще? Слива. Сливы немного, но уже он начинает падать. Красавица он, смотри, какая. Ажусь, а? Слива сегодня надо собрать, Игорю отвезти. Сливка. Спеет ринклот. Так, ну что, по винограду? Пройдемся по винограду. Вот это тут, это, знаешь, какой такой продолговатенький. Что-то не особо он. Но он и в том году был не особо. Так, ну... Так, значит, это тоже, ну, это уже у нас первый, можно сказать, первый-второй год, это тоже не особо. Это тоже начинает что-то как прибаливать, возможно. Большие дожди прошли. Так, так, вот неплохо, вон, смотри, грусть хорошая винограда. Угу, это вот здесь. Так, что еще тут? Так, вот этот неплохой был, но совсем его мало в этом году. Так. Вот этот хороший виноград. Очень вкусный был. Пока не болеет, но так как-то он чуть пожелтел. Так, ну смотри, вот виноград. Сорта я не говорю, то что я особо не знаю. Показываю тебе. Угу. Если чем-то надо обработать, вот хорошая кисть. Все пошло, все наливается. Угу. Это тоже классный был виноград. Так, 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 так. Ну, в общем, вот какие-то ягодки уже полопались, видать, от большого количества воды. Вот одна ягода. Так, это возле курятника первый ряд. Так. Ну, немножко цвет берет. Это, о, я помню, вот это был самый вкусный вроде бы. Вот этот виноград был очень-очень вкусный в том году. Вот такой пальчик. Чей-то пальчик. Ну и этот неплохой тоже был. Набирает немножко. Так, слива вот, что я поднял, немножко начинает портиться. Так, абрикос опала, цветы все хорошо. Так, сейчас самый крупный тебе сниму винограда. И арбуз, у нас есть еще один арбуз вырос. Так, вот Виктория здесь. Виктория, возможно. Это не знаю, кеша, наверное. Или кадрянка. Скорее всего, кадрянка. Вон, смотри, какие. О, вот эти хорошие сорта. О, кадрянка, наверное. Так, это Виктория. Смотри, какой рост Виктория. Так, 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 так. Ну, этот неплохой виноград. Возле абрикоса. Для абрикоса. Ну, подарок Запорожья. Подарок Запорожья. И там сейчас покажу немножко возле Марии. Тоже интересный виноград какой-то мелкий такой. Хотела ты его выкорчивать. Так и не выкорчивала. Ну, смотри, это мелочь пузатая.
Что это за виноград? Ну, хоть попробую одну ягодку. Вот это виноград у нас запорожский. Какой-то запорожский. А, это привил, наверное. Кишмиш запорожский. Угу. Кишмиш. Вот хороший виноград. Первый год он тут такой классный. Угу. Смотрите, тут привито. Видите, сразу. Или то идет кишмиш запорожский. Это, наверное, не... Ну, в общем, вот хороший виноград. Это что возле твоего садочка? Так, что тут? Ну, тут ты знаешь, грушу я подставил. Но все равно, бедная груша, тут она вся-вся поэта. Ну, и возле Марии там виноград, ты знаешь. Ну, все, по винограду пробежался. Малина есть, все есть. Помидоры сейчас покажу. Вот помидоры уже массово начинают буреть. Вот, смотри, вот. Уже помидорки пошли. Это я делаю репортаж для тебя, чтобы ты видела, как у нас тут на даче. Вон, смотри, какие помидоры классные. Вон несколько. Вот это помидоры. К ним хорошо подойти, они небольшие. А те выросли, я не знаю, что с ними робить. Низкорослые. Ну, вот видишь, помидоры он со всех сторон. Со всех сторон пошло массовое. Это он малина. Вчера я собирал немножко. Малинка. Так, ну и помидоры массово пошли. Перец, смотри, какой большой. Вырос здоровенный перец. Не поливаю каждый день дождей. Смотри, какой перчина. У нас никогда такого в жизни не было большущего. Вон какие висят здоровенные. Ну и помидоры. Лук надо уже выбирать, а то он тут погниет. Еще я его скоро не найду. Вот лучок. Наверное, сгниет он весь. Как-то надо пройтись, лук собрать. Да. Вон помидорчики. Помидорчики, бубенчики, дуду. Я сегодня на работу не пойду. Вон, смотри, какие помидоры. Массово пошли. О, хорошо как. Ну все, вроде показал. А, сейчас я покажу тебе, какой у нас арбуз растет. Арбуз на огороде. Лучи тьма, огурцов тьма. Огурцов уже закрывать не буду, буду раздавать луча. Помидоры, это те помидоры, которые не подлезть. Ну-ка, хоть гляну. А нет, ты тут сделала кое-что, можно будет пролезть. Вот я вижу такие хода, катакомбы. Ты немножко сделал, о, немножко есть. Попытаюсь пролезть. Ага. Помидорный запах. Как-нибудь соберем. Так. Кто говорит, прищепывать их? Ну, не знаю. Тут прищепывать, заморишься. Прищепывать так. Так, значит, вот арбуз я недавно увидел. Мы думали, что-то такое непонятное. Смотри, какой арбуз здоровый. О, у нас на огороде первый раз арбуз большой, крупный. Вот один. Один крупный арбуз. Только что он один. Ну, пока один, но зато крупный. Больше ничего не вижу. Ну, вроде бы все показал. Вон, смотри, какая яблоня очень сильно хорошо наливается. Яблоко вон. Так, и вот зимняя яблоня. Так. Мельба отдыхает. Это твоя вот семеринка. Смотри, какая крупная семеринка. На этом привитая. На раечку, на латыповскую раечку. Ну все, пробежался, показывал. Что дальше будет, я тебе все расскажу. Цыплята уже выросли. Ну, вроде бы все рассказал. Алыча, смотри, алыча. А? Ну, ты ее знаешь. Персик, завал, покраснел, красавец. Ну, и, естественно, ожина. Ожина, смотри, какая ожина тут у нас. Завал.
И голубы, голубы пасутся. Слава Богу, голубы стали пастись у нас на нашем огороде. Барсик ушел, тебя нет, он ушел куда-то. Ко мне не приходит. Голуби пасутся у нас на огороде. Ну, вроде бы все. Как виноград будет дальше развиваться, буду тебе показывать. Персика в море, дерево ломается. Все. Пока все. Пока все. Ну, ложились.